Вот здесь у нас будет мойка сделана. Здесь у нас вот столешница заказана. Угловая кухня будет здесь. Все под этот. И панель будет сделана. Свою квартиру Элеонора Семенова получила в декабре прошлого года. Переезжать не спешит. На семейном совете принято решение сначала сделать ремонт на свой вкус и получить образование. Когда я получила квартиру, я была безумно счастлива и рада, что я могу после учебы вернуться сюда, и у меня будет своя жилплощадь, где я смогу обустраивать свою дальнейшую жизнь. За 5 последних лет в Когалыме 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили квартиры. Напомним, это право за ними закреплено законодательно. Жилье положено лишенным попечения родителей, достигшим совершеннолетия. И региональные власти обязаны выделить помещение для проживания из специального жилищного фонда. Всего на период до 2026 года в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, включены 34 человека. Из них в 2022 году право на обеспечение имеют 11 человек. Самостоятельно жить в своей квартире скоро будет и Алена Глушакова. Она студентка Когалымского колледжа. В беседе призналась, квартире рада, но с мамой и бабушкой веселее. Поэтому переезжать не спешит. Честно говоря, я очень много, очень сильно рада. Из-за того, что вот появится квартира, я ее обустрою сам по своему вкусу. Хотя у нас с мамой есть какие-то предположения, как мы ее обустроим именно. Но это пока что в далеком будущем, пока еще не выдали. Ключей на руках пока действительно нет, но 11 квартир в новом благоустроенном доме на Степана Повха уже куплены. Цена контракта более 36 миллионов. Стоимость одного квадратного метра – 77,5 тысяч рублей. Закупка стала возможной благодаря июньскому распоряжению окружного правительства о приобретении жилых помещений у единственного поставщика с обязательной 5-летней гарантией на жилье. В соответствии с данным распоряжением, Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа Югры проводит мероприятия по заключению государственных контрактов с застройщиками на приобретение 11 жилых помещений. Муниципальное образование, в свою очередь, будет участвовать в приемке данных жилых помещений и осуществлять передачу детям-сиротам и детям из их числа. В этом году средства на приобретение квартир для детей-сирот выделены из резервного фонда правительства Югры. Ранее они доводились до муниципалитета субвенциями из окружной казны. Елена Дорофеева, Николай Гаркуша, «Наши города».